только в этом. И Гео после потом, барьера или? После барьера. Four, three, two, one. Во мне мощь дракона и ярость Дреннора! Я обращу вас в пепел! Узрите пламя Феникса! Монах Глыба. Наоборот. Ой, маг. Летите под ноги! Твоя защита слаба! Забери Монка, пожалуйста. Сейчас код будет. Вот за котом гонится. Геспал. Глядите под ноги. Ну да, опять вроде сломано. Нет фазы. Берегитесь. У Феникса много обличий. Добавим тебя на ключ. Монах. Ой. Ой, короче. Она только появилась и сразу исчезла. Да. Твоя защита слаба. Очистите рядом с боссом. Монк вернулся. Вижу, вижу. Посмотрим, чего вы стоите. Свинь. Не ждите пощады. Около столба там почистите, лук ставь. Нет, паладин, паладина желательно по столба под баблом. Ловушки там две, не пройдут люди. Я вот сейчас ловушку, кстати, без коша обезвредил. Крюк через раз работал. Прыжок у друидов тоже через раз. Команду тут по моей... Геру по моей команде. Принял. Подождем немножко до 80 хотя бы. Может лучше по таймингу, когда он только спустится с игры. Когда мы максимум да, времени. Да, как спустится. Твоя защита слаба. Вот, как раз сейчас. Глыбу сбили. Забери монах. Позвонируйте. По Геру? Да, давай. Посмотрим, чего вы стоите. Идите под ноги!
Мах, рыба. Мах, мах, щит. Твоя защита слаба. Дракон принесет вам погибель. Так, у нас ну, есть ты. Секунд 30, чтобы этот чертов монах сдох. У него 2%. Рейндж держим. Главное, действительно нормально. Глядите под ноги. Сейчас на рейндж-то пофиг, дракона нет. Ловушки в толпу, не пофиг. А, дыхание-то нет. Глядите под ноги. То есть можно поплотнее встать, но чуть-чуть держать. Диспельс. Глядите под ноги! Да что так ударило? Не продиспи. Глядите под ноги! Вообще не было, что диспелит. Хилы, нас 4 живых. Сосредоточились. Диспеливаем как? Чисто диспельте. В первую очередь. Диспел, диспел. Уже успели, успели. Я к тому, что... Давайте этот... Забери. Озарение хилам. Камни нажмите, у кого еще остались. Ну, все. Били с багом. О, синематик. Ребяшка. А, я это видел уже. Тише. Растахану снова понадобился старик Монсамди.